Александр Поклад, Красноярский край. 53 килограмма. В синий угол вызывается представитель Санкт-Петербурга Алексей Демин. Против молодого Куртизю. Представляем боксера Красного Углу Александр Поклад, Красноярск. Синим Углу Алексей Демин, Санкт-Петербург, училище Олимпийского резерва номер 2. Красного Углу отдыхает Александр Поклад, Красноярск.
Спортсмен 2000 года рождения, кандидат в мастера спорта, представляет спортивное общество профсоюза России. Боксом занимается 7 лет, за это время провел 210 поединков и 200 одержал победы. Провел 50 международных встреч, 47 одержал победы. Первое место на первенстве России 2016 года, третье место первенства Европы того же года. Является финалистом Кубка Никифора Денисова прошлого года. Победитель международного турнира в Испании текущего года. Тренируется под руководством тренеров Мухаедова и Орехова. Thank you.
Молодец, Леха, не отпускай. Соревнования по боксу Кубок Никифора Лениса 2017. Боксер синего угла.